потрібен відпочинок, так говорять лікарі, які зіштовхуються з перенавантаженням, перенасиченням інформації та тривогами, які ми знаємо, на кожен день дістається нам усім з вами. Тож, як зробити так, аби наш мозок відпочивав і краще себе почував? Знає про все оце Олександр Падалка, лікар, спа-технолог, мануальний терапевт. І сьогодні ми будемо говорити саме про те, як же забрати оте перенавантаження, як дати можливість відпочивати нервовій системі, щоб наш мозок теж мав можливість відійти від усього зайвого і отримати те, що нам потрібно. Це бадьорість, це можливість для праці, для усього, що нам необхідно. Довгий час, пане Олександре, казали, що тут нічого не зробиш. От наш мозок працює, і так потрібно. Він так працює зранку до ночі і цілодобово, і ніколи він не буде відпочивати. І ночі ще більше працює, ніж, да. А що ж тоді? Як зараз лікарі інакше подивились на це питання? Я думаю, що да, тому що в этом смысле касаемо мозга, касаемо поведения, касаемо емоцій, які ми испытываем, очень много мифов. Потому что нас почему-то приучили, что у нас должно быть постоянно хорошее настроение, мы должны хорошо себя чувствовать. Мы, понятное дело, к этому стремимся. Но на самом деле я хочу расстроить наших телезрителей, потому что мозг создан не для удовольствия, а для выживания. А как же ему выживать? Выживать? Объясню. Почему Homo sapiens, почему наш род достиг таких вершин, почему мы выжили. Наши руки не приспособлены бороться с медведем и с тигром, и мы не в состоянии в скорости поравняться с другими там млекопитающими, нашими хищниками. Но у нас есть прекрасная возможность предугадывать опасность. Наш мозг устроен таким образом, что он всегда своего хозяина направляет и создает ему ощущение опасности, чтобы он был настороже. Если мы представим какой-то, ну скажем, какие-то кусты какие-то, да, какую-то рощу какую-то заросшую, любая антилопа, которая подойдет к этой роще, она почувствует опасность только когда что-то зашевелится. Человеческий мозг почувствует опасность только подойдя к этой роще, потому что он понимает, что в ней может сидеть змея, может сидеть опасный хищник, и поэтому мы с вами выжили. Mm-hmm. Поэтому беспокойство, напряжение и предугадывание опасности – это тот стимул, который позволил нашему роду выжить. Досвід, так? Все же с досвідом. Это опыт, да. И почему-то люди стремятся к удовольствию, к хорошему настроению, но плохое настроение оценивают как нечто побочное или ненормальное. На самом деле для мозга характерно наличие такой волнообразной, цикличного состояния. Для нас плохое настроение – это хорошо. Тобто він тоді теж працює? Я об'ясню, чому. Угу. Потому що в хорошому настроєнні ми не способны критично мислити, ми не способны реально оцінювати события. Наш мозг – песиміст. Надо признати. Тому ті люди, які песимісти, мабуть, розумніші. Ми приймаємо рішення адекватне і правильне тільки в випадку, якщо ми, ну скажімо, легонько напряжені. Ага. Ну, да. Треба, щоб він відпочивав у будь-якому випадку, так? Тому нам треба його для того стимулювати, для відпочинку. Да. А як же це зробити? Наш мозг, почему говорю наш мозг, как будто бы это какой-то другой человек. Окремо, да? Так, окремо. Окремо. Да, наш мозг любит упрощать. Он создан природой для того, чтобы обеспечить нам максимально комфортное существование в природе. И он пытается перевести все наши навыки, все наши желания
в режим такой автоматический. То есть чем меньше мы будем его нагружать, тем ему приятнее. Это как езда на велосипеде. Мы тратим много энергии для того, чтобы обучиться, но потом с закрытыми глазами мы без рук можем кататься на нем. Приблизительно так. То есть любая задача, которая ставится перед мозгом, его задача перевести все в неконтролируемый нами режим. Угу. Это очень важно, потому что все наши решения, которые мы принимаем, на самом деле они отчасти несознательные, неосознанные нами. Угу. Вот. Но чтобы ему помочь, нужно настроить его на правильный режим работы. Дать волю. Ну, возможно, да, можно и так сказать. Дело в том, что он очень любит порядок в своей работе и очень любит, когда все понятно. И наше большое счастье, что он не отличает реальность от выдумки. И поэтому, если у нас плохое настроение, известный факт, если мы будем улыбаться и наша мимика будет создавать эмоции радости, мозг поверит в это, и он будет чувствовать себя хорошо. И если вдруг человек столкнулся с какой-то неприятностью, как правило, нас мучают мысли о прошлом. Дуже часто, так. Да, то есть я бы поступил иначе в тот момент, когда бы я вот принимал решение. На самом деле второго варианта ведь не было. Да, это придумка. То есть второго варианта не было, и мы приняли решение на основании каких-то событий. Но мозгу это не понравилось. Как мы можем поступить? Мы можем его переубедить. Нужно вернуться в памяти, в это состояние, и решение, которое мы приняли, придать ему юмористический характер. Мозг очень любит юмор. И если мы столкнулись с какой-то неприятной ситуацией, нам нужно в воображении дорисовать эту ситуацию, которая оканчивается положительно, с юмором. И если нам кто-то нахамил, ну, скажем, там, в транспорте, и мы обиделись на этого человека, я постоянно вспоминаю вот этого мужика, который там наступил мне на больной мозоль, я должен представить этого мужика, я не знаю, в стрингах каких-то, в шортах, и который выглядит как ребенок, и придать этой ситуации положительное завершение. Ну, таке забарвлення таке повинно бути, так? А ми ж обманюємо, виходить. Ми ж виходить, що там же ж нічого чесного і немає. Тобто тут... Ну, ми ж стремимося к хорошому состоянию, к хорошому настроению. Какая разница, какими путями ми це зробимо? Різні засоби для класного результату. Ось як. Так, ну це ми, значить, провели такий аналіз і роботу зі своїм мозком для того, щоб дізнатися, що ж у нього там не так. Тобто це ми розглянули зараз ті ситуації, які найчастіше нас турбують. А якщо це просто звичайне життя, ми приходимо додому, у нас на перенавантаження. Зараз у більшості людей така інформація, її стільки, що її просто вкласти в той мозок, який є, просто неможливо. Тому, може, в такій ситуації ми зможемо розгрузити його трошки? І як це зробити? Прекрасний вопрос. З удовольствием отвечу. Есть такой рецепт — смена деятельности. Ну, чтобы отдохнуть после сидячей работы в офисе за компьютером, нужно походить. Поубирать можно, да. Можно походить в парке, можно побегать. Здесь один кроется большой такой нюанс. Потому что если мы мозгу не дадим альтернативу действовать, мы рано или поздно вернемся к этому ощущению. Другими словами, если я устал, и я начну убирать в доме, я рано или поздно вернусь к своим мыслям, с которыми я пришел с работы и с которыми я вернулся. Но вот не если... прибирать? Нет. Включить музыку. А вот если я включу музыку или уроки английского языка, или какую-то аудиокнигу. Если мозг занять другим действием, чтобы он не концентрировался на том, что было на работе, тогда эффект расслабления его будет гораздо выше. То есть смысл смены деятельности не физической смены деятельности, а чтобы мозгу дать альтернативу работы другой.
Ага, і ця робота не повинна його так запрягти, як та, ну, та що була. Ну, желательно, звичайно. Ну, да. Бо можна ж, знаєте, як одну переключити на іншу і там добряче попрацювати, і що ж тоді? Ну, тому що поэтому я буду пылесосить і думати опять о своєму шефі, який там оштрафував мене или что-то не удалось по бизнесу. А вот если я буду слушать музыку или учить язык, это совсем другое будет настроение. Так, що взагалі потрібно для того, щоб налагодити усю систему і нашу розумову діяльність, і той самий мозок, аби все це працювало по поличках, от як ви вже сказали, так як любить він. Порядок, желательно, чисто. Желательно понимать, как он работает. К примеру, у мозга есть особые фетиши такие. Вот мозг сам по себе очень любит, ну, к примеру, он любит сладкое и любит жирное. Это вот вопрос про похудение, да? То есть, если... Або мозок, або фигура. Да, ну, то есть, так устроен он, что он очень любит жирненькое и сладенькое. Представим, что я решил похудеть, я сконцентрировался, я ограничил себя в сладком и в жирном, ну, как обычно люди делают. Мозг, мы ему хозяева, конечно, он нас воспринимает как хозяев. Он подумает, ну окей, хозяин, раз ты так, я тебе подчиняюсь, но он затаит злобу, он будет ждать того момента, когда мои усилия, концентрация ослабнут, и он мне отомстит. Я зайду ночью на кухню, открою холодильник и съем. Пивка кабана. Да, да. И заесть шоколадом. Поэтому с ним нужно договориться, с ним нужно договориться полюбовно, объяснить ему, что... Потрошки. Можна понемножку. Трошки, да. Шоколаду, нічого страшного, да, якщо, да, шматочок шоколадки сьогодні буде, може й завтра, але це не плитка буде за один раз. Ага, тобто є такі якісь моменти, які насправді для нас дуже важливі, і це всім цим заправляє наш мозок, так? Да, це, к щастю, я думаю. Ну, кажуть, психіка більше працює, так? А тут виходить, що все разом, і ось якраз... той комплекс СПА-процедур, який нам необхідний для того, щоб покращити мозкову діяльність, він якраз криється десь там. Десь треба щось домовлятися, десь щось там йому пропонувати. Этот орган создал в процесі еволюції, создал для себе прекрасну возможность отдыхать. Есть такое понятие гормоны счастья, да, эндорфины. Вот он для себя понял, что эти вещества ему очень полезны, ему нравятся. И есть виды деятельности, которые как раз стимулируют выработку эндорфинов. Это физическая работа, это бег, это посещение банных процедур. Это, как это ни странно может звучать, танцы. Это чему? Ничего не, да, странно. Да, ну, как бы, ну, почему-то все думают, что вот эндорфины – это там съесть шоколад, это послушать какую-то, посмотреть комедию. На самом деле для мозга такие, кажется, банальные вещи, но на самом деле они ему приносят максимальное удовольствие. Общение с близкими. Это не значит, что нужно собирать большую компанию и там тусоваться, да, как говорят. Но на самом деле общение с людьми по духу как раз вот стимулирует выработку эндорфинов, и мы улыбаемся, це им правда очень приятно. Так, нам зараз в студии теж приємно, да, спілкуватися. Я так сподіваюся, що ті ендорфіни відпрацювали і виробилися не тільки у нас з вами, а ще й у глядачів, бо вони я для себе стільки позитивних візьмуть, на это, да, хочеться, стільки, да, інформації. Тобто ми все стимулюємо, ми все робимо для того, щоб наш мозок мав той позитив, який йому так необхідний, бо він же песиміст, ми його пессимист, повинні, да, наситити позитивом. Да. Ось так. А в наш час, коли стільки всього, і зараз от страхи, переживання, люди хворіють, і тут навкруги стільки всього відбувається, що от залишити його в нормальному стані важко, не говорячи вже про те, щоб його оставлять його ні в коєм случаї не можна. Без, ага, присмотру його оставлять не можна. Это очень важно. В любом случае, даже если мы понимаем, что он пессимист, пессимизм должен быть дозирован. Конечно, для того, чтобы ограничить наш мозг от избыточной, переизбыточной какой-то негативной информации,
Конечно, я не рекомендую смотреть, ну, скажем, новости, да, какие-то рекомендации. Это зараз мои коллеги мне скажут. Ну, простите, ну, нас забросают с вами да, листочками, там, бумажками. Но на самом деле негативная информация он должен получать дозированно. А лучше вообще ее не контактировать с ней. Еще он очень любит заниматься творчеством, рисованием. Он любит петь, почему японцы, да, караоке очень любят, это не случайно. То есть закрыться в комнате, включить любимую музыку, попеть, и, ну, поверьте, это очень классно отразится на состоянии. Супер. Справді, треба вміти, як з мозком працювати, так, да, не залишати його, так і відпочивати. Бо да, є ще одна проблема, коли люди в наш час не вміють відпочивати. От у них закінчились робочі дні, і вони на вихідні теж собі планують. І планують таку купу роботи на відпочинок, що стає незрозуміло, чи то робота ще одна з'явилася, чи як взагалі. Тобто, що ж таке відпочинок? Как правильно відпочивати? Я думаю, отчасти это отговорка. Когда человек говорит, что у меня нет времени отдохнуть, нет времени на семью, нет времени пойти на рыбалку. Это отговорка. Нужно принять, что у тебя должно быть время для отдыха. Во-первых, мозг очень любит сон. Почему-то в последнее время людей, которые любят поспать, ну, скажем, не очень поддерживает. Мол, кто рано встает, тот быстрее и качественнее работает. На самом деле мы все разные. И вот классификация людей на сов, жаворонков и голубей, да, это действительно физиологически обоснованная структура. И действительно это существует. Поэтому первое, что мозг очень любит, это поспать. Действительно. То есть отдохнуть – это поспать, и тогда настроение улучшается. Второе. Мозг очень любит свежий воздух. Как это не банально звучит, свежий воздух, понятное дело, что лучше не в черте города, а на природе, если это возможно, он вам будет благодарен за это. Мозг очень любит сладкое, и мозг очень любит разнообразие картинок. То есть желательно его удивлять. Удивление для него очень приятно. Смените свой маршрут хождения домой, маршрут поездки домой. Смените картинку программ, которые вы любите смотреть телевизор, если вы его смотрите. Удивите его. Чем больше разнообразия, тем ему приятнее. Виды природы, животные. А краще це очима побачити. Желательно. Так, не це, з екрану. Це максимально ефективно буде. Да. Справді, якщо це будуть подорожі, а зараз у нас вихідні дні, і треба все ж намагатися вийти хоча б, виїхати на природу. Причому карантин, вроді би, відмінили, я так розумію, да? Ну, трошки можна. Приостановили. Трошки ще можна порадіти. І дуже добре, що в такі святкові дні у нас з'являються можливості для того, щоб наситити себе позитивом, додати до свого життя ще чогось цікавого. І насправді ми будемо дбати і про себе, і про свій мозок, і про все, що нас оточує. Да. Дуже дякую вам, пане Олександре, да, що ми сьогодні змогли про все це розповісти, і ви так стільки всього, так інформацію зібрали. Я багато чого говорив, може бути, відчасти непонятно, але резюме следующее. Мозг любит своего хозяина, он о нас заботится, и мы должны давать ему возможность работать комфортно. Поэтому отдых, положительное настроение, удивление и смена обстановки для него самое благоприятное. Дуже добре. Так і будемо робити. Хорошо. Олександр Павлика був сьогодні у нашій студії. Дуже дякую вам. Хочеться, щоб ваші вихідні були найкращими. А ми зустрінемось з вами завтра о 13:30. До побачення.